Привет, ребята, с вами Дорн, канал Hammer of Fun. И сегодня у нас необычный анбокс. Дело в том, что мне для реализации кампейна стали нужны осадные орудия. Я нашел самый оптимальный вариант. Вот такие вот замечательные штуки. Занес рубрику исторических варгеймов, поскольку все-таки это реалистичный требушет, который и впрямь существовал. Но перед тем, как мы его откроем, хотел бы вам сказать, что мы сейчас ведем работу над собственным варгеймом, также пишем книгу, на основе которого будет этот варгейм. Ссылочки будут в описании. Заходите, читайте, кому интересно, также будет ссылка на группу ВК. Ну что ж, приступим к открытию этого чуда. А видео о том, как организовать варгейм, будет в конце этого ролика ссылка. Ну что ж, начнем. Так, откроем вот здесь эту штуку. Также напоминаю, что ролик о кампании, если наберет определенное количество лайков, то мы выпустим продолжение. Просто нужно ли это вам, нам нужно понять. Так, и, собственно, это, видимо, все. Здесь у нас сам трибушет, видимо. Это его различные описания правил. Прочтите и запомните. Ну, то есть там не жевать, не глотать, не пытаться что-то с этим сделать. Веревочка, видимо, для крепления деталей трибушета. Инструкция. Инструкция максимально подробная. Все видно, все что куда. Даже показано, как завязывать узелки на канатах. Все максимально подробно и доступно. Давайте посмотрим на сами литнички. Великолепный набор, как я считаю. Для меня так это вообще спасение, поскольку мне очень нужны осадные орудия. Здесь мы видим балки, шестеренку, крепление, снаряд, балки. Это получается противовес, насколько я помню. И здесь еще пару балок. Детализация вполне хорошая. Учитывая, что этот набор стоит в районе 500 рублей. Днище трибушета. Здесь камушки. Это, видимо, наша проща трибушета, из которой, собственно, летят снаряды. Ну и остальные балочки всякие маленькие. Вот. Вторая часть противовеса. Еще палочки, еще балки, кольцо зазубренное, шестеренка, запускной механизм и вторая часть, а не второй камушек. Модель, как я понял, из описания действующая, так что будет интересно собрать, посмотреть. Вот веревочка. Вот такая интересная штука. Потом обязательно напишу в группе, является ли она действующей. На вид выглядит очень интересно. По инструкции она и впрямь действующая. И думаю, это будет интересный опыт. Надеюсь, что мы сможем реализовать его в рамках кампейна. Ну а с вами был Дорн, канал Hammer of Fun. Хороших вам игр, до скорых встреч, ребята. Все ссылки оставил под видео, либо в конце. Пока-пока.